В этом видео вы узнаете, как после регистрации перевести деньги своему доверенному лицу и оформить переведенные деньги в своем личном кабинете на депозит. Итак, мы получили следующее письмо на почтовый ящик после регистрации. Открываем его и читаем. Поздравляем с успешной регистрацией в проекте T-Box. Прочитайте письмо внимательно и до конца. Вам необходимо в течение 72 часов пополнить баланс на сумму 500. Ну, имеется в виду 500 гривен, так как мы оформляли вклад в гривнах. Одна отличительная особенность сообщества T-Box, что инвестором может стать человек, который сразу внес деньги в сообщество и перевел их доверенному лицу. После чего доверенное лицо подтверждает перевод денег, и инвестор считается уже реальным участником сообщества T-Box. То есть у нас нет людей без вкладов, людей, висящих просто так. Всего этого в T-Box нет. Читаем, что пишут дальше. Ваше доверенное лицо, Авдеев Игорь Степанович, адрес электронной почты, Skype, то есть все контакты вашего доверенного лица вы получаете в письме на электронный ящик. И реквизиты для пополнения баланса. Так как в предыдущем видео мы выбрали при регистрации Дельтабанк, то реквизиты дельтабанковские — гривна, доллар и евро. Нам подходит гривна. То есть вот по вот этим вот реквизитам мы должны осуществить перевод. Либо через интернет-банкинг, либо пойти в Дельтабанк и положить через кассу в банке, либо пополнить через терминал. То есть как вы это сделаете, это уже зависит от вас. После того, как вы это сделаете, вы должны скачать программу «Кабинет инвестора», нажав на эту ссылку, и написать письмо вашему доверенному лицу. Что написать в письме, вы прочитаете ниже. Я подробно об этом останавливаться не буду, тут все расписано подробненько. То есть после того, как написали письмо доверенному лицу и перевели деньги, вы нажимаете на ссылку и скачиваете к себе, устанавливаете себе на стол кабинет. После того, как вы его скачали, вы заходите на свой рабочий стол. И если ваш вклад уже подтвержден, то есть ваше доверенное лицо подтвердило уже ваш вклад, что деньги дошли, вы сможете положить переведенные вами деньги в сообщество на депозит. Как это делается? Сейчас я вам покажу. Кабинет у меня уже лично скачан. Вот такая у него иконка. Выходит вот такое окошечко. Email. Тут вы вводите тот email, свой email, под которым вы заходите в личный кабинет свой. Я покажу вам на примере вот этого участника. И вводите пароль, который вы вводили, придумали при регистрации. И нажимаете Enter, так как тут немножко кнопочки как-то неудобные, поэтому просто нажимаете Enter. Идет соединение с сервером. И открывается ваш личный кабинет. Первое, что вам выходит, это добавление нового счета в систему. Как его добавить? Прежде всего выбираете валюту, в которой вы будете работать. Выбираем гривну. После этого нам нужно написать полные реквизиты, либо те реквизиты, которые того банка, в котором вы будете производить операции пополнения счета, выплаты, на котором будет производиться. То есть, если взять, к примеру, Дельтабанк, то просто пишите название банка Дельтабанк, получатель Ерема Василий Николаевич. Чтобы добавить следующую строчку, нужно нажать на кнопочку «Добавить реквизит». Появляется следующая строчка. Тут мы пишем номер карты. Допустим, для Дельтабанка, для перевода в онлайн-банкинге, достаточно только знать номер карты. Поэтому в данном случае мы напишем сейчас просто номер карты. Если в других каких-то банках другие нюансы, то есть нужен может быть номер счета, а не номер карты, ну или какие-то другие нюансы, это зависит от банка. Ну, мне главное показать вам, как вообще это все добавляется. Поэтому
Главное, чтобы вы поняли суть. Если вам нужна следующая строчка, к примеру, добавить номер счета, МФО, ЕДРПО, назначение платежа, вы все время нажимаете «Добавить реквизит», появляются новые строчки, два раза щелкаете на нужную вам строку, пишите, допустим, тут МФО, переносите курсор рядом в строчку, и тут уже пишите МФО банка. Ну, в данном случае мы это не делаем. Это я вам для примера показал, чтобы вы понимали, как работать с этим окошком. Вот мы написали номер карты, имя, фамилия, Дельтабанк. Все, нашему доверенному лицу уже понятно, как и что куда перечислять. Нажимаем кнопочку «Добавить», и после этого счет добавляется. Немножко не видно все полностью поле личного кабинета, для того чтобы вы видели, как это все полностью выглядит. В следующем видео я покажу вам, как сделать, как оформить ваши деньги на депозит.